Мэйтай мята. Сегодня день проникнут мэйтой, которая так глубоко внутри, что кажется снаружи, что ты умер, ты замер на кровати, ты лежишь и чувствуешь распластанность свою и сильное долженствование дать этому внутри пройти свои круги, пока так растревожен этот рой из лоскутов тумана, их разноцветие, плотность иную каждого и разноскоростного движения. Вернуться на круги своя, чтобы установить покой и равновесие, что мята серебристо-серым своим шалфей сплетает ароматом канву тумана в полотно и свежестью своей нет мята. Снимает маету и хаос, кидая покрывало, но внутри весенней порослью воспрявший дух. Маета и мята.